Дорожные полицейские с временем не считаются и могут сутки провести на шоссе, невзирая на погоду. Они охраняют порядок на дорогах, и только в праздничные дни им выпадает возможность отвлечься от служебных дел. Работать приходится порой на исходе сил, но мы стараемся держаться и помогаем друг другу. Мы всегда можем положиться на своих коллег и на руководство, ведь от нас зависит многое, в том числе жизнь людей на дороге. Но часто, спасая других людей, полицейским приходится рисковать собственной жизнью. За 20 лет в Южном Казахстане при несении службы на дорогах погибли 6 полицейских. Последние годы работа дорожных полицейских значительно усложнилась. В городах стало много машин и любителей быстрой езды. Раньше сотрудникам ГАИ было легче на службе, машин было немного и правила редко нарушались. Но тяжелее милиции было в техническом плане. Тогда не хватало техники, и дежурить милиционерам приходилось на улице и в дождь, и в мороз. Сегодня в области насчитывается свыше 400 дорожных полицейских. Служат они в различных подразделениях. Патрулируют на дорогах, занимаются административной практикой, ведут розыск преступников на дорогах. За эти годы у нас действительно все поменялось, даже страна поменялась. Мы сейчас живем в условиях роста количества автотранспорта, изменения дорожно-транспортной инфраструктуры, то есть... У нас увеличение количества населения. Но обязанности, задачи дорожной полиции, я думаю, остались те же. То есть обеспечение безопасности дорожного движения, сохранение жизни и здоровья граждан. В Шымкенте существует единственный в Казахстане памятник, увековечивший тяжелую работу дорожных полицейских. Дядя Сережа и сегодня символ всех южноказахстанских стражей порядка на дорогах.